Оборонный потенциал страны постоянно укрепляется. Белорусская армия сегодня – это компактные вооруженные силы, созданные по принципу оборонной достаточности и способные самостоятельно обеспечить военную безопасность нашего государства. Создана национальная военная школа, налажен процесс подготовки специалистов. Вы это знаете, и не случайно по данным ежегодного международного рейтинга военной мощи армия Беларуси занимает 53 место из почти 140 стран. Это значительно выше большинства государств СНГ. Мы очень многое сделали за это время для вооруженных сил. Этот подход делает нас более мощными, более сильными. Мы успешно противодействуем незаконной миграции, наркотрафику, контрабанде и так далее. Деятельность органов внутренних дел иных структур обеспечения общественной безопасности позволяет поддерживать в стране законность и порядок.